мастер по армейскому рукопашному бою. Черные такие велосипедки с голубыми вставками. Бритая голова — это Баз Мухаммад Мубарис. И, соответственно, вот эти бороды и татуировок — это Максим Катков. Жестко начинает афганский боец. Сразу же практически бросается и переворачивает Максима Каткова в партер. Но Максиму удается сделать гард. Тем не менее, ни в коем случае это не останавливает Бориса. Очень жестко он работает, разбивает сверху соперника. И нелегко приходится Максиму Каткову однозначно. Вот сейчас связывает ее руки, по крайней мере, правую руку Мубаризу Катков. Работает левой, давит на шею, на лицо афганский боец. Продолжает разбивать соперника сверху. В очень тяжелой ситуации находится Катков. У него рассечение в районе левого глаза, в районе левой брови. Очень серьезное рассечение. Это рассечение от удара, безусловно. Очень непросто сейчас Максиму Каткову. Очень агрессивно действует Баз Мухаммад Мубариз. С другой стороны, как можно действовать по-другому в такой ситуации? И пытается выйти на болевой прием. В очень тяжелой ситуации Максим Катков находится. Была попытка уже от Максима Каткова. Вы видите это рассечение. Очень-очень неприятно. Любое рассечение неприятно, но вот такие особенные. Полностью контролирует ситуацию. Сейчас Баз Мухаммад Мубариз. Заходит он в маунт, вы видите, и разбивает соперника. Тут удушающий прием в его исполнении. Попытка удушающего приема. На выбор работает сейчас афганский боец. Очень непросто Максиму Каткову. Практически перестал защищаться активно. Выход на удушающий прием. Но очень тяжело Максиму Каткову. Все. Сдача. Рефери останавливает этот бой. Победа Баз Мухаммада Мубариза в первом раунде. Удушающим приемом на шею. Яркая победа. Мы поздравляем победителя. И, безусловно, конечно же, в любом случае уважение Максиму Каткову. Но вот как бурно празднует радость Баз Мухаммад Мубариз. Удушающим приемом победу одержал Баз Мухаммад. Ну что ж, мы поздравляем победителя. Еще раз уважение его сопернику. И мы ждем следующую пару бойцов, дорогие друзья.